23 по 27 мая Бжельский государственный университет принял участие в первом региональном Бжельском семейном фестивале культуры «Многоголос», который прошел в МОУ про гимназии номер 48. Идея фестиваля появилась на свет благодаря усилиям педагогического коллектива во главе с директором по гимназии. Бжельский государственный университет стал одним из учредителей фестиваля. Каждый день был посвящен определенной тематике: Дню науки и образования, Дню киноискусства, Дню здоровья, Дню искусства и творчества. За 5 дней фестиваля в нем приняли участие 44 педагога, 90 воспитанников и учащихся дошкольных и общеобразовательных организаций Раменского района, городского округа Жуковский и города Бродинский. Студентка третьего курса факультета декоративного прикладного искусства и дизайна Белоус Мария провела мастер-класс по бжельской росписи. Педагог дополнительного образования художественной школы номер 1 Сухова Светлана Николаевна провела с учащимися мастер-класс по лепке. Бжельский государственный университет представил на фестивале выставку из работ студентов колледжа, университета и детской художественной школы номер 1. Студентки первого курса направления декоративно-прикладного искусства и народных промыслов создавали праздничное настроение, нанося аквагрим всем желающим. В завершении фестиваля 10 семьям, принявшим самое активное участие в его работе, Бжельский государственный университет вручил памятные грамоты и призы за сохранение традиционных семейных ценностей и любовь к своей малой родине. Мы надеемся, что маленькие участники фестиваля будут достойно продолжать дело бжельских мастеров и в недалеком будущем придут получать художественное образование в наш университет.